Всем привет, ребята, вы на канале Алиса Киса. Привет. Сегодня мы с моей сестричкой Эвелиной хотим поделиться прекрасной новостью. Уже в конце осени этого года выйдет вторая часть нашего любимого мультика «Холодное сердце». Это история о двух сестрах Эльзы и Анны, которая уже растопила сердца миллионов зрителей. А вот во второй части нас ждут новые приключения наших любимых героев. Надо будет узнать великую тайну королевства, пройти много испытаний, покинув родные края. Мы с Алисой очень ждем этот мультик. И обязательно пойдем в кинотеатр, чтобы его посмотреть. А вы любите этот мультик? Мы очень любим. Например, мой любимый герой – это Олаф. Он такой смешной, забавный и веселый. Алиса, как этот? Очень долго ждать. Я хочу этот мультик посмотреть уже сейчас. Авелинка, я придумала. Давай превратимся в Эльзу и Анну. И так будет веселее ждать новый мультик. Давай. Алиса, мы запросили Анну и Эльзу. Ура! Правда? Но это еще не все. У меня к тебе сюрприз. Вау, а что это? Это настольная игра «Холодное сердце». Ну давай открывать. Давайте. Я ворву сразу голову Эльзе. А я здесь буду открывать. Давай порвем лучше. Давай. Мы не знаем, как открывать, мы рвем. Распаковка новой игрушки. Алиса, доставай там фишки, я пока что... Давай я замолвлю. Уходи, это у нас коробочка. Ребята, мы начинаем. Авелинка первая ходит. Давай. 6 раз. Стоп, если 6, то ты возвращаешься обратно на старт. Не ходишь. Есть, у меня 2. 1, 2. Алика, ходи. Нет. Сначала на это нажимай. И что тебе выпало? 4. Вот до сюда выходи. Иди. Так, я хожу. Остаюсь, Алика, нажимай. Остаешься. Есть, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ну что ж, здесь явно ничья. Опять. Ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчики, чтобы не пропускать мои новые видео. Всем пока! Канал Алиса Киса.